В рамках реализации проекта «Единая Россия. Здоровое будущее» депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вместе с одинцовскими партийцами посетил детскую поликлинику в микрорайоне «Новая Трехгорка». Парламентарий передал медицинскому учреждению игрушки для маленьких пациентов. В конце ноября одинцовские единороссы вместе с общественниками провели благотворительную акцию «Коробка храбрости». Участники собрали наборы для юных пациентов одинцовских медучреждений. По результатам акции все игрушки были переданы в детскую поликлинику и женскую консультацию на улице Говорова в Одинцове, а также в детское отделение поликлиники номер 3.